Привет, ребятки, и мы продолжаем играть в GTA 5. Куда же я денусь? Мы идем сейчас на задание. Ууу, я вижу еще какое-то HS. Это, а да, это армейское снаряжение. Нам нужно его собрать, ребята. И по сути это все, что нам нужно. Абсолютно. Тут еще что-то есть. Задание к этим альтруистам есть. Но оно дико далеко. Почему карта подвисает? Реально вот сильно подвисает, что даже не могу управлять. И не особо мне это нравится, честно говоря. Скажу вот честно, не нравится. Не знаю, почему так. Итак, ребят, я доехал поближе к месту. И конвой двигается, естественно. Потому что у него он на колесах. Это движущийся грузовик. Так, и нам нужно его завалить. Как мы это сделаем? Ну, при помощи оружия и мотоцикла. Как бы других вариантов нет. Не знаю, может лучше было бы взять багги или... или вот легковой автомобиль. Ну, не знаю, может быть гоночный даже. Какой легковой не подойдет. Давайте попробуем его нагнать, мы нагоняем конвой. Почти там, ребят, нагоняем. Не знаю, честно говоря, как его валить. Сейчас узнаем, инструкции будут. Так, это максимум того, что можно было сделать. Так, чит-код, чит-код, уберись! И все вроде. Погнали, ребята! Смотрите, какой у нас конвойчик крутой. Можно ехать. Почти там, ребят. Я даже обрезаю поездки временами, потому что, ну, мы 100 раз уже катались на всем, чем можно, поэтому. Прям идеальное укрытие. Выходите, давай, все, вышел. Коты! Где котяшка? Не видно котяшки, ладно. Охотник за головами, липкий стратег. А, ну да, липкий стратег. Липучкой взорвать надо было. Ну, можно было, вернее. Никто не обязывает. Как бы. Давайте поедем вот на это дело, на общественный патруль. Мне кажется, круто. Реально подлагивает, только когда выбираешь задание, почему-то лагает. Я не понимаю, почему. Ребята, у вас тоже так? Вот те, кто играет в GTA, скажите, у вас тоже подлагивает на карте временами? Или это у меня так проблема? Мне интересно просто. Trevor, I'll let you know when the score is happening. Keep me in the loop, bud. Да, все, поехали. Я пока на общественные меры вот это поеду. Hey, my man, where you going? Polito. Да-да, давай, грузись. Кстати, на PS3 реально загрузки были очень долгими. Дольше, чем это фигня. По сравнению с тем, что было на PS3. Я на Xbox One, на PS4 не играл. Игру покупать не стал, потому что стоит она, конечно же, дороговато даже сейчас. И даже со скидки не стал бы, потому что, ну, я подумал, на PS3 игра есть. Могли бы вообще, в принципе, я думаю... Yes, I'm still here. Hey. I thought they deported you. Why do you care? Well, I don't, except that they paid me some money. That must feel good. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? My family has been here 200 years. I'm more American than you. Not that it's anything to boast about. Well, I'm sorry. Well, at least you got paid. You know, don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. Spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Civil Border Patrol, man. Fuck you! You want to fucking die? You don't scare me. You owe my family a great debt. What?
ground is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no, I will not give you 1 cent. Last I heard, your civil border patrol friends were bullying some people east of here at the Sangudo farm. Go left on Ocean Highway, you'll see them. Ладно, вот смотрите, машинка-то ничего, блестит такая. Москва. Не лучший вариант, но не мой любимый вариант. Fucking civil border patrol! Так, у нас опять же только микро-ПП, да, столько. Микро-пипка! This is the sound of police. Поехали. Кстати, сегодня случайно напал на видео Абдуля, как он, как там кто-то звонит. Абдуль, полиция. Было прикольно, знаете, вспомнил старые добрые времена. Эй, Джозеф, why don't you try that on me? Я защищаю эту нацию от многокультурности. Деревня. Не больно, не стреляй по мне, Йозеф Геббельс. Он на тракторе! Oh, you just made this real easy for me. Не надо было из машины выходить. If there's one thing I hate, it's a bully. Надо было за ним на тракторе поехать, ребят, наверняка там есть такое, что надо ехать на тракторе. Ну ладно, ладно, другое дело. В следующий раз. You want the Second Amendment? I'll give it to you. Civil Border Patrol disbanded. Блюз дозорных. Что посеешь, нет миграции. За мной гонится. Shit! Cops! Jesus! Одна звезда это не страшно, ребят. Одна звезда это не страшно. Вот как их становится больше. Свинина, кстати, офигенно сегодня поджарил такой кусище вообще. И я не знаю, почему я говорю о жарко поджаренной свинине, просто я не знаю, офигенно поджарил. Не могу не сказать. А, кстати, а где задание нашего дорогого друга Франклина? У него есть задание. Ладно, нам нужно ехать обратно. Черт, далековато, на самом деле, с Полита Бэй гнать, но... Не знаю, в принципе, я могу вызвать такси, как всегда. Shit, shit, shit. Такси же пофиг, что я в розыске. Can I get a cab ASAP? Sorry, all the drivers are busy right now. Please call back later. А, вот их отволнует. Придется переждать. У нас оружием в руках вряд ли, по-хорошей идее. Я с забором буду прятаться. И с дырками от пули, с царапинами. Все, я думаю, теперь водители свободны. Магическим образом, ребят, сейчас освободятся. Believe it or not, I need a cab. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Вот так-то. I'll be here. God damn it! Damn! These redneck fools know we own them now. Черт, я за Франклин переключился, и надо преследовать братьев О'Нил. Мы едем куда? Тоже в Сэнди Шорс. Ну, по дороге нам. А вообще, они должны были сюда свернуть, мне кажется. Ладно, я хочу попасть потом в аэропорт и попытаться... Попытаться выполнить одно задание вот от Дэвида. That's right, Chop. We gonna fuck him up as soon as Trevor get here. Hey, man, me and Chop on these punks. We coming up to WH.
north of 2 miles. All right, the O'Neill brothers are coming to us. I think they was about to send one of them anti-tank rockets into your Vespucci condo when one of your roomies told them that you was gone. Okay, so if you're on the WH, that means you'll be coming through Raton Canyon, right? Shit, I guess. Good. Me and MT are gonna take the company chopper and meet you there. Company chopper, yes, Michael, it's a tax write-off. Frank, you still there? Yeah, I'm just about holding on to the road. We're taking the chopper and we'll head you off. Deal with these business-stealing pricks on the road. Hey, dog, can you, like, get on it? Because these dudes is rolling hard. We're 5 minutes out from the chopper. Alright. Ну, с дороги лишь бы не слететь. Слава богу, тут барьеры. Я бы уже дважды съехал. Я понимаю, мне их дальше преследовать. Fucking help! Help! Oh, fuck! Черт, они вообще живы? А, живо. Hellfire! Hey, let's roll on this fool, Chop. Do it. Oh, shit! Trevor, man, shit, you there? There was a deer in the road, man. These motherfuckers crashed out. They crashed? They dead? Nah, they gone. They ran into the fucking woods, man. I need air support like right fucking now. О, поддержка прибыла. Ну, почти. Don't worry. Incoming. О, мы с Майклом. Что-то мой пикап, incoming. Что-то такое, откуда едет? Man, you're all business. Yeah, well, this is kind of important. These men don't like me, and they know we're back in the sandy shore, so... Я слишком их снимал по жизни. The Biz Alley. Remember, she ain't mine, she's the company's. Да, это, конечно, компания. А компания чья твоя? В лес. Вы знаете, как описывают Абдуль, где он живет? Там вот в лесу, где каждая травинка моя... There was a deal. The contract to end all contracts. Serious multinational stuff. I was this close! And they stole it off me. Hold up. If they stole your business, why do they want you dead? Wow! What's with all the questions? Can't you just take my side for once? Hey, I'm coming along for the ride, ain't I? Yeah. But I sense your heart ain't in it. Yeah, I'm lucky my heart ain't in a pie on your kitchen table. Always with the quips! You're such a depressing cynic! Oh, poor Trevor! I'm sorry I'm a human being with thoughts and feelings and emotions. Wait a second! I remember this chopper! We used this to break into the IAA building! You stole it from the FIB? Not so! I took it in lieu of payment! There was a rifle on board too, so if your panties aren't all in a twist over stolen office supplies, can you please use it to scan the forest for the O'Neills? Hey, hey! We here on the ground! Them Hig dudes in the woods! That model's fitted with a thermal scope. Look for their heat signatures. Чё-то немножко не то. Олень, не человек нужен. Check the river. They might be trying to float out of here. I got a guy taking a walk in the woods. Yeah, he looks like a human being. You want to show mercy to the last of these innocents? I got him. They're gonna be heading to higher ground. Check the hill. Can't outrun a bullet, baby. Would you aim a little left? I think I see someone. I mean... There's something! Fuck! Me! Incoming! He's behind the rock. I can't get a shot. It's on you, homie. You know what Hicks smell like. Track him down, Frank. We're about to get shot out of the sky here. Да я бегу, не парься, все будет нормально. Не совсем знаю, в чем смысл, потому что я им не управляю, чем бежит сам по своей воле.
Так что поплавать может? Он там в лесу. Черт! Почти, почти там. Почти. Каньоне Ратон. Ратон, Ратон, кстати, крыса по-испански, так что... Так, сейчас сядем. Слава богу, ну, норм так сели, да. Ничего не задели. Посадка на такое место, это всегда проблема. Ну все, можно летать. Кстати, вертолет довольно быстро. Oh yeah, you can afford a runway, but you can't afford to move out of that corrugated metal death shack. So how you guys doing? Well, we're alive. Hey, good work down there. I'm the one who says thank you. He was helping me. Thank you, Franklin. Yeah, it's cool, homie. And thank you, Chop. Hey, are you gonna tell us exactly what we were helping with? I know you said these guys stole some business, but that doesn't really explain why they wanted you dead. Didn't I say what happened after they stole the contract? Nope, you didn't. I went to their farm and I killed a lot of them and then I blew it up. Killed a lot of them? Yes! I think that was Elwood, Walton, and Wynn who we killed just then. I killed Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton, Don, and a few other guys when I blew up the farm. So, maybe this is kind of a revenge thing. I don't know. Let's not forget that I'm the wrong party here. Yeah. You are definitely the wrong party. Oh, for sure. Ру, лошадка, тормозим, приземляемся. И ру, прям на площадку. Немножко не туда. Садись, садись! Сесть, сиди! Don't it feel good, huh? Все, helping сидит. A friend in need? Come on, Chop. Come on. Oh yeah! Taking out some hillbilly crank dealers on a blood feud. That's what I live for. Hey Trev, man, we gonna borrow this and head back to town. Come on, Michael, man. I'll drop your ass off on the way back. Chop, get in. See you back at Castle Phillips, Mike! Yeah, thanks for the warning. Предупреждение. Почему я играю за... Я не хочу хищник. Точность, выстрел в голову, надо в голову было стрелять. Черт, ну что ж так хреново-то? Нормально я стрелял. Что ж вы так мне низкую оценку мне дали моему труду? За Тревора что нельзя сыграть? А где задание? Ладно, сыграем за Франклина, ребята, и выполним его часть, за его часть сделки, скажем так. О! All right, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Ладно, хорошо. Но я все-таки для начала хочу с Франклином, так сказать, все это замутить. И после этого отправимся мы на дело. Ребят, дело интересное, я помню, там стрельбы много, так что от первого лица будет дофига. Who's a good boy? Мы опять катаемся, едем. Насколько я помню, здесь нужно будет, так сказать, взлететь, скажем так. Поэтому нам нужен... Нам нужен вертолет, самолет... Да что угодно, летающее что-то надо. И
Потом можно спрыгнуть с парашюта, насколько я помню. Наверх, потому что он реально наверху башни, этот чувак сидит. И придется, нам нужен парашют, это раз. Во-вторых, нам нужен самолет. Так что да, будут сложности. Так, нам нужно в амунацию, это раз. И... хватит считать, потом в аэропорт. Ну ладно, в аэропорт на такси. Опять метка не ставится, или ставится с трудом. Реально подлагивают, не знаю почему. Чё-то я тут встретил какого-то зомби. Давайте подойдем, поболтаем. Hey, what's up, homie? А, с ним можно поговорить? Походу нельзя. А, ну да, хочу. Ну ладно, все, вот эти остальные. Смотри, галерея. I'm undead. А селфи здесь делать нельзя? Нет, по-моему, можно автопортрет, нажмите колесико. Можно в рамке сделать. У меня нет мышки, понимаете, я не смогу сделать селфи с зомби. Съедает ваши мозги. Взыть на меня, ребят, я прямо одет по случаю, ладно. Мы, нам не впервые пробираться в аэропорт, так что сделаем все по стандарту. Так, летная школа. Там наверху. Но мы идем не в летную школу. Охраны нет, ничего. О, все, нас палят. Что-то их вертолет-то есть. У меня, кстати, запасной парашют, я считаю, купил. Черт. Что, взлетает? Да, сбежал. Так, я беру самолет, я его реквизирую. Жалко, нельзя на большой сесть, я бы очень хотел сесть на реально огромный самолет. Как можно, в Сан-Андреасе можно садиться на большой самолет. Тяга! Тяга! Тяга, тяга, тяга! Что-то он застрял, походу, придется вылезать. Черт, а если я большой залезу? Уху, нифига себе, пассажирский! Что? Кто? Кто взорвал? Кто посмел мой самолет? Я хотел... Не дают полетать, вот не дают. Полиция, вот им лишь бы арестовывать, лишь бы закон и порядок блюсти. Вот нет же человеку дать просто полетать. Кстати, можем дирижабль свой взять вот здесь, как бы. Попытка номер два, ребятки. Я обожаю, я не знаю, я хочу отдельное видео снять, как я буду угонять самолеты. Я этот самолет хочу, дайте мне Adios Aero. Не, ну. Походу тут он на maintenance. Им занимаются. Ладно, возьмем маленький или. А интересно, а этот можно взять? Я его не разверну, конечно, так быстро, насколько нужно. Попробуем, ребят, в любом случае. Попробовать не грех. Может, снова окажусь в больнице. Чувак, давай, почему ты не можешь? Просто странно, что вот он стоит, я не могу его угнать. Я бы очень хотел угнать, реально, я мечтал угнать этот самолет.
перебьемах. Нет, нет, но самолет, который уже идет на взлет. Черт, я сейчас сдохну здесь в очередной раз. Езжаем, я одна взлетную. Я и тут, конечно, лететь могу, но со взлетной полосы. Я же не буду пёпой назад взлетать. Ну чёрт возьми, чёрт, это полицейские. Вертолет! Дерьмо, лети! Лети, дерьмо, дерьмолет! Это как добромет, только дерьмолет! Черт, двигатель гукнулся, причем оба. Заваливает, заваливает! Черт, он бомбанет, наверное, рано или поздно, это говно. Лети, говно, лети, летающая корыта. Так, у меня куда лететь? Хрен его знает, что-то задания все исчезли. Это все из-за полиции. Из-за этих лалок из полиции. Все, походу, я буду прыгать. Нужно какой-то небоскреб, хрен его знает, на какой именно, конечно, но... Сейчас на какой-нибудь сядем. What the fuck? Меня дотянуть бы до небоскреба. Hurry the fuck. Так, все, метка. Так, надо поставить метку нам сюда. Прошу, что там разберемся. Эта штука сдохла. Черт, немножко не дотянул. Блин, что-то мне не везет, не дотяну я до здания. Ладно, ребят, на этом мы, наверное, закончим. Спасибо за просмотр. В следующей миссии займемся ограблением. Самое интересное, ребят, не пропустите. Грабеж, мы грабанем банк. До следующей серии, ребят. И пока.